Сотрудники полиции почтили память старшего сержанта Сергея Суворова. Почти 20 лет назад оперативник погиб при исполнении служебного долга. При патрулировании у деревни Белкино в Ярославском районе вместе с напарником остановил машину с преступниками. Бандиты открыли огонь. Одна из пуль попала Сергею в сердце. На попутной машине офицера доставили в больницу, но ранение оказалось несовместимым с жизнью. Сергея Суворова посмертно наградили орденом мужества. Очевидцы тех событий рассказали сотрудникам полиции о подвиге товарища. Порядка 4-5 лет он прослужил. То есть, ну, уже сформировавшийся сотрудник, то есть не начинающий какой-то, сформировавшийся, то есть знал все тонкости службы.